Прикапы – это что приклеишь цветочки на бумажку. Аппликация – это такие съемки для рекламы. Аппликация – это такие конфеты. Аппликация – это когда кто-то делает кому-то открытку. Это нужно вырезать и приклеивать. И тогда получится аппликация. Аппликация – это подделка, которую можно и спасти. Это пастель, которая слеплена, какая-то вещь и формочка. А еще рисунок из бумаги, а еще подделка из бумаги и картона. Это когда очень-очень сильно грустно, и с тобой никто не играет. Называется кончарство. Кончарство – это такие шелепить из пенсилину, фигурки. И мне гнездо из пастелина своего лепить. Кончарство – это конница. И масса очень-очень кочки. Это лепить из глины. Такой почти как пластилин, это называется глина. И тогда получится кончарство. Это дело, которое берет такой круг, он крутится, садишься, и вот так крутишь, и делается у тебя горшок и тарелка. Это типа крутишься и падаешь, и закушилась голова. Это и будет кружево. Платье, бусинки. Называйте мороженое. Кружево – это такие фрукты, косы и яблоки. Если долго кружится, это называется кружево. А потом шатаешься, а потом голова кружится. Я пробовала только на карусели. Если на карусели кружится, это тоже кружево. Кружево – это когда кружится снежинки. Это и зимой. Это и называется кружево. Ты кто падаешь, и у тебя грязь на спине. И валяйся, и у тебя получится одежда. Называется валяние. Валяница, коли валяются камни на дороге. Валяние, когда валяются шерсти. Если валяться шерсти на одежде, то это получится валяние. Валяться нужно с дома и с снегу. Это в субе лизать на снегу, и получится стеное валяние. Когда кто-то придумывает и кто-то готовит или там чем-то занимается, называется оригами. Оригами – это сумка такая, что носит овощи. Это такие миски оригами. Оригами – это называется животное с рогами. А оригами – как улыбка. Это радуга наоборот. Радуга – как дуга, а оригами – как улыбка. И тоже разноцветные.